После тяжелого трудового дня многие работники в СМПО стремятся прийти домой и упасть на диван. Многие, но не все. Есть те, кто отдыхает в тренажерном зале. Такие объекты открыты в нескольких цехах в СМПО. Причем открыты в любое время рабочих суток. Тренажерка 37-го считается самой посещаемой. Здесь занимаются сотрудники не только 37-го, но и соседнего 21-го, 12-го, 40-го цехов. Зал пользуется популярностью не только у работников промплощадки «Б», но и есть представители 12-го цеха, которые здесь занимаются, представители службы безопасности, которые занимаются здесь время от времени, представители 40-го цеха, 21-го, 29-го, ну и, конечно, 37-го цеха. Мы здесь как бы хозяева и всем рады. Пускай приходят, занимаются. Обновить, конечно, не мешало бы спортивный инвентарь. В основном все сделано здесь своими руками, то есть руками работников, которые занимаются, восстанавливают здесь все то, что выходит из строя. Зал цеха 3 менее оснащен, чем в 37-м или 13-м. Здесь нет современного оборудования, и все тренажеры давно списаны из спорткомплексов. Однако снаряды вполне работоспособны, что и продемонстрировал физорг цеха 3 Александр Шмелев. Призывать хочу молодежь заниматься побольше спортом, поменьше просиживать во дворах с пивом, семечками и так далее. Заниматься, ходить в залы, поддерживать свое здоровье, развиваться духовно, физически. Ждем вас в спортивном зале нашего третьего цеха. Тут народу немного, хотелось бы побольше. Будем всем рады.